Доброго времени суток, уважаемые зрители. В начале этого видео, как всегда, бы хотелось бы сделать маленькое отступление. Вот, сегодня у нас 22 декабря, на улице зима, у нас сегодня самый короткий день. И вот такое типичное утро, вот сейчас вот начало 10 утра, такое типичное утро, вот, вернее, такой типичный зимний утренний день в Германии. Ну, вот. О чем бы хотелось бы поговорить в начале видео? В начале этого видео хотел бы я поговорить о холодильниках. Сейчас у нас вот на улице минус 2 градуса, ну это утро пускай, ночью также где-то минус 2, ну днем обычная температура поднимается где-то до плюс 2, плюс 3, ну максимум плюс 5, да? И вот для холодильника вот такая вот погода, сейчас вот особенно я это заметил, очень вредная, особенно, допустим, для тех, кто возит свежие продукты, тех, кто возит скоропортящиеся продукты. Почему? Потому что температура перевозки, ну, допустим, у нас на фирме где-то, ну, 0 плюс 2 градуса, да, то есть вот эти все холодильники, все установки мы ставим в температуру 0 плюс 2. И понятно, это же дело, и наша фирма не исключение, все хотят экономить топливо, то есть холодильник — это установка, там стоит отдельный двигатель, ну, у нас еще есть некие электродвигатели, но электро только от розетки, то есть пока стоит на рампе прицеп, то он включен обычно на электро, да, и если же машина в движении пути, то включен на дизель, да, само собой. И для того, чтобы экономить солярку, допустим, дизель, то в холодильниках, так же как и в домашних холодильниках, есть режим старт-стоп, он называется, то есть по принципу, как и домашний холодильник, он, допустим, включается, нагнетает воздух, там, вернее, охлаждает, да. Допустим, стоит он у вас на 2 градуса, и если внутри в рифере поднимается температура, допустим, до плюс 4, до плюс 5, он автоматом включается, потом охлаждает, допустим, до 1 градуса, до 1-2, и потом, короче, выключается. И что у нас сейчас происходит? Так как сейчас у нас такая погода, около, ну, где-то минус 2, 0, плюс 2 до плюс 5, то это опасно. Для вот таких вот холодильников, для таких перевозок это опасно. Чем это опасно? Потому что очень многие холодильники батареи разряжаются. И, грубо говоря, тогда, когда вам нужно его запустить, вы не можете запустить эту установку. Вот. Мы буквально каждый день вот прикуриваем эти установки. То есть это редкий день, если мы не прикуриваем их. И то, что еще нужно очень-очень, так сказать, обратить внимание на то, что европейские тягачи, все знают, они 24 вольта. А установка вот эти вот, Термокинг, Карьер, ну это основные такие, то, что в Европе, она рассчитана на 12 вольт, да, и нужно убрать вот эти кабели, вот это электричество, вот этот ток, короче, с одного аккумулятора, да, плюс на плюс, минус на минус, и получается прямой на стартер на плюс и на массу, там где-нибудь болт, или же там идет масса на двигатель, то есть это, в принципе, без разницы. Вот, почему так получается? Почему вообще батареи разряжаются? Батареи разряжаются, потому что, так как разницы практически нету в температуре между на улице и внутри, поэтому двигатели вот эти в режиме старт-стоп, они включаются очень редко. То есть, а зажигание, само вот это табло и сами эти датчики, они работают. И получается, он работает, он тянет электричество, тянет энергию, а потом, когда включиться нужно, у батареи не хватает электричества, да, вот, допустим, энергии для того, чтобы запустить двигатель, чтобы прокрутить стартер и все. То есть
проблема вот в этом заключается. Допустим, летом таких проблем практически нету, потому что разница температур больше, и он работает, и он включается, и он работает очень-очень, короче, чаще, да, то есть ему зарядки хватает. Вот, догоняем вот такого вот трактора, он сено перевозит здесь по месту, вот с него пух он летит. Как, допустим, такое избежать? Ну, так как у нас нету таких вот, допустим, сильных норм там или же еще там, то есть мы заправляем. О, у меня даже автобус пошел на обгон, вот так вот. Ну, вот. И мы, получается, заправляем по факту, и поэтому, допустим, если заряжается, если заводится установка, допустим, я его включаю на постоянную, чтобы он все время работал, да, и только, ну, и тогда идет зарядка, и тогда подзаряжается батарея, то есть это вот, допустим, наверное, единственный выход, да, но, конечно же, минус этого способа, это, конечно же, расход солярки, то есть те, у кого с расходом солярки строго, то тут получается это, но это, опять же, это в принципе проблема тех, кто возит на вот эти вот при температуре где-то от 0 плюс 2. Если же вы возите заморозку, но обычно она идет где-то минус 25, минус, да, даже иногда до минус 30 заморозку возят, да, то есть здесь в Европе, допустим, так в центральной Европе, таких тогда проблем нету, потому что здесь таких морозов нету. И если температура около нуля, а вам нужно поддерживать температуру минус 25, допустим, то у вас установка работает все время. То есть, в принципе, то есть это тогда не проблема. Вот. В основном проблема — это вот такая вот европейская зима и свежие продукты. Очень рад, если кому-то это видео понравилось, вернее, стало полезным. Короче, он нас пропускает, типа, блин. Сейчас мы его еще выгоним.